понедельник в Самарской области будет ясно и тепло, как летом, без осадков. Днем 31-33 градуса жары, ночью тоже не холодно, плюс 21, плюс 23 градуса. Ветер преимущественно южного направления будет дуть со скоростью 5-7 метров в секунду. В Сызрани ясное небо, без осадков, днем плюс 31, ночью 20 градусов тепла, ветер южного направления 6 метров в секунду. В Тольятти ясно, днем плюс 31, ночью плюс 22 градуса, ветер южный 5 метров в секунду. В Самаре ясный день, днем 31 градус тепла, ночью плюс 23, ветер юго-западный 5 метров в секунду, атмосферное давление 747 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха 35%. Прогноз погоды предоставлен погодным порталом esmeteo.ru.